Незаконная рубка леса обнаружена на севере Приморского края. По предварительной оценке, объем заготовки составил около 40 тысяч кубометров ценных пород древесины. Ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. У нас в прошлом году пришли космические снимки данного участка. Это арендный участок у нас ООО «Сихали». В ходе проверки было установлено, выявлен факт достоверности данных карточек дистанционного мониторинга, в которых подтвердился факт незаконной рубки. По словам министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, в регионе созданы условия для успешного ведения честного бизнеса в этой области. Большинство участников рынка не нарушают этих условий, но в отдельных случаях продолжаются попытки играть не по правилам. Есть возможность полностью бизнес вести легально. С теми, кто не готов к этому, мы намерены расстаться. Поручение губернатора в первую очередь полностью прекратить это позорное явление в Приморском крае. Такое, как незаконные рубки. Раньше оно было распространено, сейчас оно недопустимо. В конце 2020-го Министерство лесного хозяйства реформировало подход к борьбе с незаконными рубками, что дало ощутимый результат уже к 2022 году. В наиболее неблагополучных районах была увеличена численность лесной охраны, количество патрулирований было увеличено. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.